коснуться проблем житейских забот. Мы спали лишь, чтобы проснуться, и ждали, как солнце взойдет. Ты бился, метался, за радостью мчался, в конвульсиях плача решал ты задачи. Сквозь слезы смеялся, мечтами бросался. Неужто ты остался в тени, вдруг остался? Привет, друзья! С вами Энн Ковтун, и это была моя авторская композиция, которая называется «Целую вечность». У меня довольно-таки много авторских песен, но почему-то я их никуда не выкладываю, и я решила эту проблему исправлять. Эта песня была пилотной, скажем так, для разогрева, следующие же будут более интересными и яркими. В свою очередь хочу попросить вас не стесняться, не скупиться на комментарии. Я очень надеюсь на то, что мои песни найдут местечко в ваших сердечках. Йоу! А еще приходите на «Квартирник» в Одессе 29 июня. Вся подробная информация о нем есть в предыдущем видео. А еще аудиоверсию этой песни и других моих песен, каверов, всего можно скачать в моем телеграм-канале или в SoundCloud. Все ссылки есть в описании. Вот теперь точно пока.